когда кто-то из наших выпускников добивается успехов, особенно таких успехов, как добился высокочтимый президент Казахстана, то для нас, для всех, общая радость. И во всех наших альбомах, блокнотах вы обязательно увидите фотографии Дакаева, добрые слова о нем. И это никакой не подхалимаш, так сказать, извне, а это действительно искренние добрые чувства. Просто вот я в Женеве встречался, там тоже была создана ассоциация выпускников МГИМО, работающих, живущих в Женеве, встречался с Касым Жамартом. И он и смотрелся, и работал совершенно замечательно, как международный чиновник высочайшего уровня. То есть его качество дипломата я бы отметил особенно. Потому что одно дело даже работать в национальном посольстве или руководить ведомством своим национальным, как он руководил. А другое дело работать с людьми, представляющими десятки стран, совершенно разными людьми.